Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры из Перми, Бессонов Алексей Борисович, по поводу послания президента, сегодня 30 ноября. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что это было, на самом деле, на редкость бесцветное послание. Собственно, по большому счету, никаких программных тезисов, ничего там не прозвучало. И накануне один из сайтов назвал Медведева заложником Путина, да, так сказать, его заложница. И, в общем-то, это послание сегодня говорит, кто из ху. То есть он накануне заикнулся о политической реформе, о необходимости, так сказать, реформировать тот застой политический, который в стране образовался, но, к сожалению, эту тему он совершенно не развил. Совершенно не развил. И очевидно, что тот кукловод, который дергает ему за, так сказать, ниточки, он ему это сделать не разрешил. Поэтому, ну, откровенно говоря, просто жалкое впечатление. Ну, да, он пускал о детях, да, он, так сказать, почти ничего не говорил об экономике. Он, так сказать, говоря об экономике, заслугу себе поставил то, что в стабилизационном фонде собрал огромное количество денег и так далее. Ну, то есть, на самом деле, совершенно бесцветное послание. Ну, мягко говоря, послание хромой утки. То есть этот человек, он больше после 2012 года, видимо, в политике по нему части не будет. То есть он, понятно, что человек совершенно не самостоятельный и так далее. Поэтому, ну, в прошлом году он говорил о модернизации, а в этом году очень блеклое серое послание. Очень блеклое. Спасибо, Бессонов Алексей Борисович.